хочу рассказать вам о том, что можно услышать на моем канале в Патреоне. Там в настоящее время есть уже 9 лекций. Это вводная лекция, где я рассказываю о том, что я планирую делать на этом канале. Есть небольшая информация о том, что такое Patreon и как туда записаться. И дальше там есть лекции об именах существительных. Я в этом семестре планирую читать лекции только о существительных и уже прочитанные лекции об основах, о типах основ, о грамматических категориях, отражаемых окончаниями существительных, об именительном падеже множественного числа, о склонениях, конечно, о родительном падеже множественного числа. И планирую еще 9 лекций до конца этого семестра. Буду говорить о падежных окончаниях, о предлогах, которые управляют падежами, о схемах ударения. План всех лекций можно увидеть в описании под этим видео и на Патреоне. Надеюсь, что вам будет интересно и что вы присоединитесь к слушателю, который у меня там пока в единственном числе. Надеюсь, что будет вас больше, и мне будет веселее готовить эти лекции. Приходите.